Что ж, мы сейчас посмотрим на второй текст Священного Писания, который предлагается в качестве довода. Это текст, записанный в 4 главе послания к Евреям. Я думаю, вы прекрасно знаете этот текст, но позвольте мне его прочитать. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Теперь, вот сторонники трихотомического взгляда говорят, вот посмотрите на этот стих. Здесь написано о том, что Святое Божье Слово разделяет душу и дух. И если душа и дух могут быть отделены друг от друга, то это должно означать, что есть две отдельные сущности в человеке. Кроме того, говорят они, необходимо обратить внимание на конструкцию греческого языка в этом тексте Священного Писания. Вот давайте посмотрим, что написано в греческом тексте. Вот у нас есть душа и дух. И вот здесь у нас стоит греческая частичка «тея». И далее у нас идет словосочетание «составов и мозгов». И вот эта вот греческая частица указывает на то, что если некие слова идут вместе, то они представляют собой некий набор или связку. И получается, что автор послания к евреям предлагает нам рассматривать составы и мозги как единое целое, и душа, и дух как единое целое. И о чем же это говорит? И сторонники трихотомии утверждают, что вот душа и дух указывают на нематериальную составляющую человека. Причем душа — это одна сущность, а дух — это вторая сущность. И затем нам предлагается рассматривать вот эту часть целиком, и эта часть указывает на материальную, физическую часть человека. И давайте посмотрим, что у нас получается. Этот стих говорит нам о том, что Слово Божие настолько действенно. И вот давайте представим, что вот этот круг — это душа, а вот этот круг представляет собой дух. И вот представляется, что этот стих говорит о том, что Слово настолько действенно, что она может разделить душу и дух, отделить их друг от друга, так что они могут восприниматься как отдельные сущности. И далее аргумент строится следующим образом. Если можно отделить душу и дух друг от друга, если можно провести между ними разделение, то значит, это две отдельные сущности. И поэтому, если следовать этому ходу рассуждений, то текст, записанный в послании к Евреям 4:12, учит нас о том, что природа человека состоит из трех отдельных частей. Что ж, есть еще и третий текст. Это первое послание к Коринфянам, 2 глава, стихи 14 и 15. Этот текст, я думаю, вы все очень-очень хорошо знаете. Павел пишет в начале этого послания о мудрости, которой обладает этот мир, философы Греции, и противопоставляет эту мудрость мудрости Христа. И во второй главе первого послания к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что то, что мы знаем как верующие, невозможно узнать простым, естественным образом. Подобным заключениям нельзя прийти путем эмпирических исследований. Я думаю, к этому можно добавить еще то, что записано в следующей части, что никто не может познать то, что Бог приготовил. И здесь речь идет о рациональном познании. Вот обычно люди познают мир как? Они смотрят вокруг, видят действительность,
размышляют о том, что видят, и строят определенные выводы, аргументы. Но вот христианская мудрость строится иначе. И далее апостол Павел говорит нам о том, что то, что мы знаем, будучи верующими, открыто нам Богом, или вернее, Духом Божьим, который проницает все глубины Божии. И вот далее, в 14 стихе, мы читаем о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вот в некоторых переводах вместо «душевный» стоит «человек без духа». И далее мы читаем в 15 стихе. Но духовный человек судит о всем, а о нем судить никто не может. Итак, о чем же здесь идет речь? И здесь нам опять поможет знание греческого языка. И если мы рассмотрим этот текст в оригинале, то мы лучше сможем понять, что же имеет в виду апостол Павел. Вот 14 стих начинается с упоминания о душевном человеке. И вот по-гречески это звучит так: «псухикос», «антропос». И далее, в следующем стихе, говорится о духовном человеке. И по-гречески это будет «пневматикос», «антропос». Мы видим, что и там используется слово «антропос». И вот какой аргумент выдвигают сторонники трихотомии. Вот мы знаем, что означает слово «нюма». Это слово переводится обычно как «дух». И мы знаем, что означает слово «псюхе». Это слово обычно переводится как «душа». И нам говорят, что если сторонники дихотомии правы, и есть всего лишь одна нематериальная сущность в человеке, то тогда вот эти два прилагательных должны быть синонимами, должны быть идентичны друг другу. И обе эти фразы должны быть идентичны. Но никто не переводит эти фразы одинаково. Для всех очевидно, что речь здесь идет о разном. И «псюхикос антропос» означает нечто иное, чем «пневматикос антропос». А раз речь идет о разном, то это означает, что есть разница между «нюма» и «псюхе». А следовательно, есть две нематериальных части человеческой природе. И, конечно же, есть тело человека, физическое тело. Поэтому в итоге получается, что природа человека состоит из трех составных частей. Еще один текст послания к Коринфянам. Первое послание, 15 глава, стих 44. И здесь Павел говорит о состоянии человека до его воскрешения. А также он говорит, каково будет состояние человека после того, как он будет воскрешен. Павел здесь говорит о восхищении церкви, и в 51 стихе он пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». И здесь он имеет в виду физическую смерть. И дальше он пишет о том, когда это произойдет. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие».
А теперь давайте вернемся на 10 стихов назад и прочитаем 42 стиха. Итак, Павел пишет здесь о воскресении и о том, что будет с нашими телами. Он пишет, «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». И вот обратите внимание на следующий стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Что ж, хорошо. Мы обратимся за помощью вновь к греческому тексту. Вот слово, которое переведено у нас как «тело душевное», это «сома». «Сома» — это по-гречески «тело». «Псухикон». И вот «тело духовное» в греческом тексте, опять «сома», и далее «пневматикон». И вот так же, как и в предыдущем случае, «псухе» и «нюма», так и в этом случае, если нет никакой разницы между «псюхе» и «нюма», то не должно быть никакой разницы и между «сома» «псухикон» и «сома» «нюматикон». Но мы все прекрасно понимаем, что есть разница между телом душевным и телом духовным. Тело духовное — это прославленное тело, так? А у нас с вами тела душевные. Мы с вами еще не находимся в прославленном состоянии, поэтому есть определенные вещи, хотя нам и хотелось бы это делать, мы не можем. Что ж, аргумент, как вы понимаете, строится таким образом. Если нет разницы между псухе и нюма, то получается, что у нас избыточное предложение. Но совершенно очевидно, что предложение не избыточное. Поэтому должна быть разница между нюма и псухе, что, в свою очередь, свидетельствует, что в природе человека должно быть две различных нематериальных части. Что ж, еще один текст Писания, который приводится, это послание Филиппийцам 1:27. Павел пишет в этом стихе, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, нюма, подвязаясь единодушно, и здесь у нас стоит слово «душа», за веру евангельскую». Что ж, в этом стихе Павел использует слово «нюма», а затем он также использует и слово «псюхе». И если нет никакой разницы между этими двумя словами, то строится аргумент, Павел строит предложение так, что оно оказывается избыточным. Он говорит им о том, что они должны твердо стоять за веру евангельскую. И он говорит им о том, что они твердо должны стоять в одном духе, подвязаясь за веру единодушно. И как я уже сказал, если слова «нюма» и «псухе» на самом деле не означают отличные друг от друга понятия, или, лучше сказать, отличные части природы человека, то тогда представляется, что сказанное Павлом крайне избыточно. Но маловероятно, что он включает информацию, которая избыточна. Поэтому должна быть разница между словами «нюма» и «псухе».
Что ж, позвольте мне остановиться на этом и позволить вам задать вопросы по поводу этого аргумента трихотомистов. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Те библейские тексты, которые мы с вами прочитали, лежат в основе аргументов, убеждающих некоторых, во всяком случае, людей в том, что Писание учит, что природа человека состоит из трех частей. Какие-либо вопросы по поводу этих аргументов? И вы понимаете, что сейчас мы не говорим о том, правы трихотомисты или нет. Да, пожалуйста. Не могли бы вы подробнее сказать о слове «псухе»? Слово «псухе» переводится как «душа» наиболее часто. И вот в этих фразах «сома псухикос» может указывать как на тело, наделенное душой, душевное тело, подчеркивая отличие от духовного тела, тем самым показывая отличие естественного тела, которое есть у каждого из нас, и духовного тела или прославленного тела, которое у нас будет после воскресения, когда мы будем так же прославлены, как и Иисус. И на основании этих стихов говорится лишь о том, что только если понятие «душа» отличается от понятия «духа», то и сравнивать здесь, по сути, нечего. А представляется, что Павел здесь сравнивает человека в двух разных состояниях. Но если, как утверждают дихотомисты, душа и дух, по сути, указывают на одно и то же, то тогда получается, что когда Павел пишет, используя выражение «сома псухикон» и «сома нуматикон», он не говорит о разных понятиях, он говорит об одном и том же. Но если мы посмотрим на контекст, в котором записаны эти стихи, то мы понимаем, что он противопоставляет эти два понятия друг другу. Получается, что не может быть такого, что душа и дух — это одна и та же сущность в человеке. Что ж, хороший вопрос. Пожалуйста, еще есть вопросы? Да. Трихотомист не верит в то, что если человек неверующий, то его дух — это всего лишь интеллект. Правильно? Что ж, совсем не обязательно. Вы все еще можете в этом случае говорить о том, что дух человека — ограничивается не только интеллектом, но, кроме этого, также обладает способностью строить взаимоотношения с Богом. Просто человек не пользуется этой способностью. Другими словами, когда мы задаемся этим вопросом, на самом деле мы не спрашиваем о том, что же произошло с различными составляющими природы человека во время грехопадения. И вот если затем происходит покаяние, то происходит ли после этого какое-либо изменение в онтологии человека? Нет. Онтологическое устройство остается таким же, количество составных частей в человеке остается таким же. Но часть природы человека не функционирует, во всяком случае, не в такой степени, в каком должно ей функционировать. И люди, которые находятся в таком состоянии, во всяком случае, многие из них чувствуют себя достаточно комфортно. Что ж, спасибо за хороший вопрос. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.